Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео первые минуты после листинга криптовалюты РГТ. У нас вчера был крутой листинг, и сегодня, возможно, будет не так все активно, но очень интересно, как все-таки изменится цена. Осталось несколько минут. Кто не успел подписываться на наш канал, подписывайтесь. Кто еще не видел разные плейлисты, смотрите. И я хотела еще вам дать такой совет, что если вдруг у нас нету нового видео на канале, или вам хочется что-то полазить, посмотреть в интернете, вы просто открываете плейлист обучения, или спот, или фьючерсы, и пересматриваете те видео, потому что реально очень много там полезной информации, ценной. И даже если вы их смотрели несколько месяцев назад, эти видео, то сейчас, после опыта, вы можете узнать что-то новое, все равно увидеть то, что раньше не видели. Какие-то слова, которые вы раньше не понимали, сейчас они вам дадут еще больше знаний, еще больше смысла. Поэтому сделайте себе план, и как только освобождается какое-то время, или у вас минусовая какая-то сделка висит, и вы не хотите ее закрывать в минус, а просто сидите и ждете, заходите и смотрите видео. Они короткие и очень емкие по информации. Вот. А сейчас у нас будет листинг, и мы посмотрим. Я комментировать сильно не буду. То есть просто смотрим и наслаждаемся процессом. Ну, я надеюсь, что, конечно, вы не покупаете в первую минуту и не скидываете пол депозита, как многие наши новенькие зрители. Итак, у нас пошла первая минута. Изменение цены 12% всего лишь, от 44 до 62. Даже вот 35% пишет максимум. Вот сейчас 20% изменения. Ну все, просто наблюдаем и наслаждаемся тем, что мы не в минусе. Вот, всем спасибо за просмотр и удачной торговли.
Итак, у нас прошла первая коррекция. Цена приблизилась практически к нижней границе. И кто начал смотреть середины видео, перемотав половину, вы все-таки послушаете первые минуты до начала листинга. Очень полезная информация. Вот, потому что перематывая, вы упускаете свои знания. Все, объем торгов небольшой, 10 миллионов. Всем спасибо за просмотр, удачной торговли, пока-пока.